Да, я как бы давно делал как-то видео с этого места, но я кое-что не заметил, что тут есть. Как бы помойка помойкой, да, вот дом домом, да, разрушен этот дом, богатющий, да, богатого какого-то хрена на лопате, да, и я не заметил одной вот такой вот статуи. Вот, смотрите. Вот я ее прям не заметил. Вот, смотрите, видите? А самый прикол в том, что это как бы Маяковский, да, скорее всего, после зомби-апокалипсиса, да, видите, какое, видите? То есть это, видите, судя по всему, это еще что-то советское, видите? Профиль какого-то Маяковского, видите, вот. Ноги как-то халтурно сделаны, все халтурно сделано, смотрите. Вот сюда пойдем, видите? Руки хлипкие, все хлипкое, да? И пузо разодрано просто, вот видите, вот такое, да? И такое окружение вокруг, как будто это фонтан. Вот. Вот заросший просто фонтан. Вот такие вот дела, да? Сзади что? Сзади тоже, конечно, пиздец. Вот видите, что? Вся спина у него. У этого Маяковского. Не знаю, кто это. Может, какой-то ребенок от богатея, да? Но вся спина у этого Маяковского профигачена. Вот. Смотрите, видите? Шастает по помойкам, да? Обзоры делает, вот. А харь уже не узнать, короче, харь, кто это такой был. Да ладно. Вылезаем отсюда. Как я мог это пропустить вообще? Я жопу, что ли, смотрел? Наверное, жопой. Бывает такое, что жопой посмотришь и ничего не видишь.